Сегодня впервые на четвертых играх исламской солидарности будут разыгрываться медали в шести видах спорта. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор по операциям операционного комитета четвертых игр исламской солидарности Майкл Лоинд. По словам гендиректора, церемония открытия игр очаровала не только граждан Азербайджана, но и всех зрителей во всем мире. Игры транслировались в более чем 55 странах мира. Соревнования проходят в столице Азербайджана на 16 спортивных объектах по 20 видам спорта. Четвертые игры исламской солидарности продлятся до 22 мая. Сегодня разыгрываются 30 комплектов медалей. На соревнованиях Азербайджан представлен наибольшим количеством атлетов.